Топ самых продаваемых и надежных видеодомофонов с AliExpress. Привет, с вами Ёж, и вы на канале AliGuide. Я подготовил для вас топ самых продаваемых видеодомофонов с AliExpress. Конечно, об этой теме я могу и хочу рассказывать гораздо больше и более подробно, так как работаю в этой сфере и есть желание поделиться опытом. И думаю, что через пару недель я посвящу этой теме больше времени и сделаю более подробный ролик по топам моделей и компаний домофонов с AliExpress. А сейчас, посмотрев этот ролик до конца, вы уже сможете выбрать для себя свой вариант решения, какой домофон купить. Все ссылки я оставлю в описании под видео. И не стесняйтесь, пишите свои вопросы и комментарии, я обязательно всем отвечу. Так, поехали. А самая покупаемая модель с наиболее большим количеством положительных отзывов от компании KKNMU. Она предлагает вот такой вот комплект из монитора и видеовызывной панели. Она не зря находится на вершине продаж, так как это хорошее бюджетное решение и, как правило, с быстрой бесплатной доставкой от 3 до 7 дней. Почти всегда есть в наличии на российских складах. Более подробно, что вы получаете за 3500-3800 рублей, ну то есть до 4000 рублей, в зависимости от курса валют. Вы получаете готовое решение на полную рабочую систему из хорошей вызывной панели, которая имеет ночной режим съемки на расстоянии до 7-10 метров. Цветное аналоговое изображение с углом обзора 60 градусов. Панель предназначена к улице и подходит к нашему суровому климату. Монитор, через который вы осуществляете просмотр, аудиосвязь и контроль открытия дверей, имеет разрешение экрана 7 дюймов, минималистичный лаконичный дизайн и простое управление, полностью отвечающий всем главным задачам видеодомофона. Они у нас самые простые – смотреть, кто пришел, и выбрать, пустить его или нет. Также к этой системе можно подключить еще один монитор и аналоговую камеру. Подключить к этой системе электромеханический или электромагнитный замок, но на него будет отдельное питание. К этой же системе уже все есть в комплекте. Соединительные шлейф-порты, кабель 5 метров от вызывной к монитору. Если вы не в квартиру планируете, а к примеру в частный дом и 5 метров не хватает, можете протянуть обычный кабель витую пару, как тот, что идет к вашему системному блоку от интернета, к примеру. Также в комплекте идет блок питания и крепежные кронштейны. В общем, все самое необходимое. Еще хочу рассказать о комплекте другой фирмы, которая имеет не менее красочное название HomeFunk. По составу это аналогичный комплект, но в чем отличие помимо цены, которая у этой модели выше где-то на 2000 рублей? Первое, она более крутая и неприметливая одновременно. Второе, она более ударопрочная, что является плюсом, если вокруг обитают вандалы. Третье, камера у нее получше, чем в предыдущей модели, снимает более качественно, с большим разрешением и углами обзора до 75 градусов. И камера в ней настолько незаметная, что не все догадаются, что это видеовызывная панель. Ну да хватит о панели. А то я могу рассказывать об этом долго, о молотковой защитной краске, об ее хорошем качестве, легкости монтажа и так далее. Чуть расскажу еще об отличии монитора. Тут он более гораздо современный. Сенсорные кнопки, все подсвечивается. В спящем режиме можно ставить на заставку разные часы. Разрешение у него не 480, а 600 TVL, более сочные цвета. Есть своя внутренняя память на 80 фотографий, а значит, он может фотографировать тех, кто подходит к вашей двери, по движению, пока вас не дома, или, к примеру, тех, кто звонит вам. А также поддерживает флеш-карту на 32 гигабайта, и на нее можно загружать свои мелодии звонка. А также может записывать короткие 10-секундные видеоролики, также по движению или при нажатии на вызов. Он компактный, и к нему уже может подключаться до 4 мониторов или аналоговых камер и 2 вызовные панели. Сравнивая эти две модели, я скажу так. Первый вариант от KKMU, он больше для бюджетных решений в квартиру вместо звонка, ну или куда-то на дачу. А второй вариант — это полноценное, готовое, хорошее решение, как вариант как в квартиру, так и в частный дом, где может быть, к примеру, две двери и несколько этажей, где можно расположить мониторы для просмотра обстановки. Ну и конечно же, как можно не рассказать об еще одном выгодном, хорошем рабочем комплекте от компании
MiliView. Средняя его цена 7500 рублей. И что вы получаете? Современный 7-дюймовый монитор с очень простыми настройками и стильным дизайном, который будет хорошо смотреться у вас на стене. Он порадует вас хорошим качеством изображения. Но главное в этом комплекте, что в него входит вызывная панель со считывателем магнитных ключей в формате eMarine, что позволяет открывать двери поднесением ключа к вызывной панели. От этого она и получилась несколько шире других по размеру, при этом сохранила свой основной функционал и симпатичный внешний вид. А также в комплект входит дистанционный пульт, который позволяет открыть дверь на расстоянии в среднем 35-50 метров. В комплект входит электромагнитный замок, который удерживает усилие в 180-200 кг. Контроллер, который связывает в себе всю систему контроля. Кнопка выхода и 5 брелков ключей. Ребята, это уже полностью готовое решение, где есть все. Отличный вариант для частного дома, где необходимо именно обычный хороший видеодомофон. Ссылку на проверенного продавца я также оставлю в описании под видео. Ну и конечно же, так как топ должен отличаться, а модели, как я и говорил, проверены и надежны, неуважительно было бы рассказать о комплекте компании Oboe Hands. Цена комплекта около 10 000 рублей. И сказать вам что? Это смешные деньги для такого комплекта. Нереально крутой домофон за очень хорошие деньги. Почему? Да потому что он на пару поколений впереди предыдущих моделей. Начнем с монитора. Он реально крут, похож на планшетный компьютер черного цвета и лишь с одной кнопкой. У него полностью сенсорный экран и удобная платформа, что-то между Windows и Android. Сочные цвета, хорошее HD разрешение. Можно ставить разные заставки, часы. Ну, в общем, он очень схож с планшетом. И казалось бы, только это уже заслуживает такой цены. Но нет, у него есть вызовная кодонаборная видеопанель с биометрией и считывателем ключей, а также с дистанционным пультом открытия замка. Ну что скажете, это круто. На своем опыте имел работу с парой таких, и я в восторге, что за такую цену можно купить такое. Здесь это стоило бы, ну, где-то в 3 раза дороже. Я серьезно, биометрический считыватель отпечатков пальцев стоит около 15-20 000 рублей, имея один тупой функционал, и это самое дешевое, а тут вы получаете такое умное устройство. Да и камера тут лучше, полностью в HD разрешении с углами обзора 92 градусов, что позволяет вам это чудо вызывная панель. Первое, открывать двери при помощи набора кода. Второе, при помощи отпечатка пальца. Третье, при помощи брелка. Четвертое, при помощи дистанционного пульта. Все это программируется как вам удобно и больше нравится. Ничего сложного в настройках нет. Ах да, я забыл сказать еще об одном моменте. Эта система еще и с Wi-Fi. А что это значит? Что вы можете установить на свой смартфон приложение от этой системы, и когда к вам кто-то звонит в дверь, к примеру, когда вас нету дома, вы можете открыть дверь или записать в телефон видео или на флешку, которая в вашем мониторе до 64 гигабайт. Я думаю, это удобно. И цена за 10 000 уже совсем не кажется высокой, а даже наоборот. Так что если вы стремитесь к удобству и более современным технологиям, это ваш вариант. Ссылку я также оставлю в описании под видео. Переходите, заказывайте. Ну а если вам понравилась эта идея с Wi-Fi, то вот вам хороший вариант чуть попроще от компании H Smart HD с Wi-Fi боксом. Также HD экран, может также записывать видео и фото. Качественная хорошая сборка и цена варьируется от 5 000 до 7 000 рублей. А так, это тот же самый домофон, только с обычной вызовной панелью. Можно также дополнительно подключать еще одну вызовную панель и один монитор или камеру. А Wi-Fi можно завязывать напрямую к вызовной панели. Так при звонке можно рассматривать, кто звонит, и управлять замком напрямую с вашего телефона. И на этом пока все. Надеюсь, на этих абсолютно разных по цене и функционалу моделей вы нашли то, что подходит вам. И именно поэтому решились, что стоит попробовать реально выгодно купить с Али такие полезные гаджеты. Я попрошу тебя, друг, поддержать меня мотивацией, продолжать делиться опытом и знаниями, снимая новые ролики.
Подпишись на канал, если не подписан, ставь лайки и пиши комментарии. Мне будет лучшей благодарность. А с вами был Ёж, пока!